Приветствую вас на канале «Цвет настроения». С тех пор, как Екатерина Андреева стала лицом программы «Время», прошло почти 25 лет. Но при этом следует отметить, что внешне знаменитая теледива практически не изменилась. 27 ноября Екатерина Андреева отмечала очередной день рождения. Что интересно, в соцсетях можно встретить противоречивые сведения по поводу того, сколько же лет исполнилось знаменитой журналистке. Если верить в Википедии, то в 2021 году Андреева празднует 60-летний юбилей. Но сама ведущая Первого канала утверждает, что ей исполнилось в этом году только 56 лет. Причем Андреева несколько раз обращалась к представителям ресурса, чтобы они исправили недостоверные сведения. Однако этого так и не произошло. Со слов телеведущей, она пытается добиться указания точной даты своего рождения с того самого момента, как в Википедии появилась ошибка. Она даже отправляла им копию своего паспорта. Однако те по-прежнему продолжают ориентироваться на недостоверную статью, вышедшую несколько лет назад в одном из изданий. Та, в свою очередь, базируется на неких сомнительных документах, которые никто не видел в глаза. Я в этом году буду получать поздравления с круглой датой, которая не имеет ко мне отношения. На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как появилась статья обо мне, я пытаюсь добиться указания моего точного года рождения. И с чем я сталкиваюсь? С тем, что взятая с потолка дата продолжает оставаться. И у меня приписаны несколько лишних лет. Написала Андреева в своем инстаграм-аккаунте. Напомню, телеведущая Екатерина Андреева, которую российские зрители знают благодаря программе новостей «Время», работает на телевидении с 1991 года. Она дважды выходила замуж. Первым супругом будущей телезвезды стал бывший одноклассник Андрей Назаров. Они поженились в довольно раннем возрасте. И несмотря на рождение ребенка, дочери Натальи, этот ранний брак долго не продержался. Прошла первая влюбленность. И вскоре супруги развелись. Об этом первом опыте семейной жизни Екатерина Андреева предпочитает не вспоминать и редко рассказывает подробности тех лет в интервью. Все, что осталось от первого опыта, это ее любимая дочь Наташа, которая унаследовала от матери яркую внешность. А в 1997 году Екатерина Андреева второй раз вышла замуж. На этот раз ее мужем стал потомок черногорского княжеского рода, сербский адвокат и бизнесмен Душан Перович. Этот брак оказался намного удачнее первого опыта. Свою семью телеведущая называет крепкой и счастливой. Залог их счастливой семейной жизни, по мнению Андреевой, отчасти заключается в том, что супруг с пониманием относится к ее рабочему графику и желанию развиваться в профессиональной сфере. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!